Доброго времени суток, друзья. Сегодня 27 декабря, 4:30. Хочу показать увлажнитель воздуха, как работает. В выросной камере стоит туман. Сейчас покажу, какой увлажнитель вчера поставил. Влажность стабильно стоит 84, температура 13. Polaris карбоновая инфракрасная лампа на 700 ватт. Вот такой увлажнитель ультразвуковой Neo Klima. Работает на втором усиленном режиме. Грибочки проснулись, пошли в рост. Без него что-то они не хотели расти. Вот ждем результата. Молодняка много. Вот это блоки вчера я выставил. Новые блоки молодняка лезет много. Не могу понять, какие блоки после первой волны, какие после вторые. Такие грибочки молоденькие. Молоденькие. То есть молодняк лезет. Вот такая нужна влажность грибочкам. Такая нужна влажность. Лезет отовсюду. Но перфораций много не делаю. Где появляются примордии, канцелярским ножичком помогаю выходить. Вот такой результат. Грибочки ожили. Такие красавцы. Камера не фокусируется, запотевает. Вот такой видео отсчет на сегодняшний день. Вот эти блоки я делал эксперимент на стружке березовой. Два блока. Когда сверлил пеньки, они отплодоносили. В каком-то видео у меня есть уже эти видео. Я их разбавил новой стружкой. Пошли примордии. Эксперимент удался. Вот они, примордии какие. Начинают. То есть эти два блока без мицелия. Штамм НК-35, все здесь. Вот в этих 60 блоках здесь просто наопили мицелий. Штамм Хитчер. Хитчер. Посмотрим, что будут за грибочки. Обрастают тоже неплохо. Засеивал 9 декабря. По срокам 9 января должен быть уже урожай. Вот это все НК-35. Вот увлажнитель надо было раньше брать. В выросной камере полнейшая тишина. Увлажнитель как шумит, не слышно. Еле-еле. Ладно, пойдем. То запотеет камера. 84. Влажность 13 градусов тепла. Вот еще блоки со штаммом Хитчер. Обрастают неплохо.
все белые становятся уже плотные. Здесь засев 8 декабря. Должен быть выход неплохой, посмотрим. Загадывать не хочу пока. Вот этим блоком винокуляционной камеры 25 числа засеяно. Обрастание идет. Видно. Напушился мицелий. Штамм тот же Хитчер. Здесь опять же на березовом опиле остатки мицелия. Ну вот, это свеженькие. Сколько у меня их тут? 5, 10, 13, 17. И с опилками 18. Вот такой результат на сегодня. Хотел подписчикам и друзьям увлажнитель воздуха показать. Мощность у него 25 ватт. Предназначен для помещений до 30 квадратных метров. У меня тут не более 30 квадратных метров. Срок службы написано 8 лет в паспорте. Это не реклама и не антиреклама. Это просто видео о своих результатах. Вот такие грибочки. Грибочки проснулись. Примордий появляется много. Много. Будем ждать. Всем пока-пока. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Вот такие вот. Такие вот молоденькие грибочки. Довольно таки их много пошло. Всем пока-пока.